Смотрите 14 июля в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара Кидс» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Одна собака и две кошки очень хотят уйти из приюта. Посмотрите, оцените, заберите их домой. Гости в студии. Кинолог военно-охотничьего общества Приволжского военного округа Дарья Лукьянова и кинолог. Специфика работы которой — выработка рабочих качеств охотничьих пород собак — Татьяна Якунина. Говорим о возможности работы метисов в области охоты и что делать, если на пути у охотничьей собаки стая бездомных собак. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самара Кидс» в пятницу 14 июля в 18:15.